Я эту певицу увидел впервые в Юрмале на фестивале. И сегодня в России все знают имя этой певицы. Все знают. А что касается Украины, то там она такую популярность имеет. Народная артистка Украины Таисия Повалий. После ветреной зимы, после вьюги, я взяла тебя взаймы у подруги. У подруги я тебя одолжила и головушку твою закружила. Обещала, что верну непременно, но во мне произошла хорошо.